специально к Международному дню бармена мы совместно с нашим другом и по совместительству барменеджером компании Killer Holz собрали 20 лучших барменов города Кишинев, чтобы сварить с ними специальное пиво конкретно к этому празднику. Перед нами стояла задача, как нам совместить мастерство пивоварения с искусством бармена. Поэтому с нашей стороны мы предложили сварить крепкий, темно-коричневый, шоколадный эль с богатым карамельным вкусом и ароматом. После того, как мы совместно с пивоварами Killer Holz сварили шотландский эль, бармены Молдовы предложили выдержать этот стиль на дубовой щепе средней обжарки, которая, в свою очередь, была вымочена в Glenfiddich Experimental Series IPA. Это односолодовый шотландский виски, который был довыдержан в бочках из-под Black IPA. Мы решили придать этому пиву легкий дубовый профиль и характерное послевкусие шотландского виски.